Почему человек не помнит момент своего засыпания? Часто мы задумываемся таким интересным вопросом. Сон учеными еще до конца не изучен, он полон тайн. В среднем человек спит 1/3 всей своей жизни. Раньше существовало множество мнений о том, почему человек засыпает. Самая популярная из теорий – это то, что к мозгу перестают поступать импульсы от нашего тела. Еще до сих пор четко не сформулировано, почему человек засыпает и не помнит самого момента засыпания. Одно ясно точно – сон является важнейшей функцией нашего организма. При отсутствии сна человек неизбежно умирает. Первая теория, почему человек не помнит того, как он засыпает, говорит о том, что этого момента просто нет. Ученые говорят, что в таком случае все происходит очень медленно и постепенно. Сначала человек как бы находится в полудреме. Это состояние между реальностью и сном. Затем очень медленно наше подсознание уходит в сон. Происходит это с такой скоростью, что человек не может это понять, и как следствие, сам момент засыпания не запоминается. Для этого случая, конечно же, существуют и исключения. Это когда человек очень сильно устал в течение дня после тяжелых физических нагрузок и проваливается в сон мгновенно, буквально за несколько секунд. В таком случае человеку кажется, что он проваливается в бездну и просыпается. Такие моменты наш мозг способен запомнить. Вторая теория гласит нам о том, что момент засыпания мы не помним из-за кратковременной памяти мозга. Это промежуток времени между состоянием бодрости и сна. Доказано, что человек не запоминает того, что происходит за 5 минут до его сна. В процессе сна у нас отключается долговременная память. Например, если во сне разбудить человека и что-то у него спросить, а после этого он уснет мгновенно, меньше чем за 5 минут, то после пробуждения он ничего не будет помнить о разговоре. Все дело в нашей кратковременной памяти перед сном. И все же некоторым удается зафиксировать момент засыпания. Такие люди говорят, что в этот момент они чувствовали погружение в свои мысли. Обычно это эмоции, что они испытывали в течение дня.